Сейчас выйдем на связь с Айной Залецкой, артисткой Крымского музыкального академического театра Республики Крым. Доброе утро, Айна. Как ваша самоизоляция проходит? Как утро началось? Замечательно началось. Погода радует. И так как я сейчас нахожусь за городом, у меня есть возможность и рассветами наслаждаться, и закатами наслаждаться. И очень неплохо вы устроились. Ну а творчеством заниматься есть возможность? Творчеством заниматься есть возможность? Конечно, есть свои преимущества. Можно петь и в 11, и в 12 часов вечера. В общем-то, как муза придет, так можно заниматься. Никому при этом не мешать. Айна, мы сегодня узнали, что, оказывается, для людей, которые занимаются вокалом, есть специальные упражнения физические, которые помогают настроить голос. Вот у вас есть такие физические упражнения перед тем, как вы начинаете петь? Конечно, есть. Вообще утро настоящего профессионального вокалиста должно начинаться с комплекса дыхательных упражнений. Вы проснулись, потянулись, и вашему телу требуется гимнастика, и вашему дыхательному аппарату тоже требуется гимнастика. И еще перед завтраком, да, перед питьем воды натощак я выполняю некий комплекс упражнений. Так. Но мне хотелось бы верить в то, что все эти дыхательные упражнения вы уже сделали и готовы нам прямо сейчас продемонстрировать силу вашего голоса. Конечно, всегда готова. Просим. Я подготовила такое очень известное произведение музыкальное, чтобы поднять всем настроение и поделиться частичкой своей энергии с телезрителями. Слышу старой песни мотив, что сама напевала не раз, и глаза закрываю на миг, забыв, что я городская сейчас. Эта песня «Синий простор», край родимый напомнила мне, и девчонку ту, что с недавних пор часто вижу я во сне. Воу-воу, хуторянка, девчоночка-смуглянка, мне бы хоть разок, всего лишь на чуток, мою весну на хуторок. Хуторянка, девчоночка-смуглянка, мне бы хоть разок, всего лишь на чудок, мою весну на хуторок. Медом дышит лунная ночь, редкий свет из окошек домов, и так хочется снова сорваться прочь в сиреневый рай садов, чтобы кругом опять голова и слова, как хмельное вино, чтобы ночь была, не расти трава, любишь, губишь, все равно. Воу-воу, хуторянка, девчоночка-смуглянка, мне бы хоть разок, всего лишь на чуток, мою весну на хуторок. Хуторянка, девчоночка-смуглянка, мне бы хоть разок, всего лишь на чуток, мою весну на хуторок. Это браво. Потрясающе. Спасибо большое. Мне кажется, те, кто не проснулся еще до этого времени, точно проснулись. За выбор песни огромное спасибо. Очень заводная мелодия. Ну и голос ваш шикарный, потрясающий. Я бы слушала каждое утро. Спасибо большое. Так и хотелось просто подключиться, подпеть. Ну, наверное, хорошо, к лучшему, что я слов не знаю. Ты не знаешь? Я тебя обязательно научу. Спасибо большое. Мы напоминаем, что на связи с нами была Айна Залецкая, артистка Крымского музыкального академического театра Республики Крым.